У Амарантика прорезалась метелочка. Вот метелка появилась. Эти метелки в чай потом, когда они вырастут большие, можно использовать. Розовый чай такой будет. Метла в чай пойдут. Это лист. Некоторые в салат добавляют, я в салат нет, не добавляю. Жестковатый он для меня, ну, не очень. А вот в коктейль зеленый заходит, да. Вот, кто бы мог подумать, но в этом растении есть все. Вообще, особенно ценный сквален. Вещество, которое находится в печени глубоководной акулы, содержится. Это я уже говорила. Ценю это растение. Амарант, побеждающий смерть. Мара, богиня смерти, да? Переводится амарант, как бы побеждает смерть. Ну, то есть, можно сказать, от всех болезней, что ли, я не знаю. Но очень ценное растение. Многие как декоративное воспринимают. Красное, красивое, да, такое. Такие метла красивые. А на самом деле это полезнейшее просто вообще растение.